О великой российской поэзии интересно и в неформальной обстановке рассказали участникам проекта «Рост во славу Отечества». Литературный тренинг состоялся в библиотеке. Подробности у Ани Григорян. В Центральной городской библиотеке царит особая поэтическая атмосфера. Юные патриоты погрузились в мир произведений любимых российских писателей. О творчестве Блока, Есенина, Пушкина, Лермонтова и Булгакова рассказывает Иван Гапчук. Цель этого тренинга – приобщить подрастающее поколение к чтению книг. Ребята, ну, больше понимали, что насколько великое, да, наследие той страны, в которой они живут. Насколько важно это знать, и главное, почему важно это знать, чтобы донести мысль, что это не просто занятия, да, в школе там, по литературе, например, которых нечего делать, их мучают. И главное, о силе слова и о том, насколько слова имеют силы. Организаторы постарались провести параллель между великими поэтами и современными школьниками. Этот тренинг стал для участников вдохновением и стимулом быть уверенными в себе, не бояться сложностей и уметь отстаивать свою точку зрения. Думаю, научусь тому, что смогу выражать свою точку зрения, то есть смогу высказываться, ну и как бы даже, может, что-нибудь прочитаю. В заключении литературного тренинга юноармейцам предложили дать оригинальную современную формулировку слову «патриот». Патриотизм – это чувство гордости за свою родину, любовь к ней и готовность защитить ее в любой момент. Также это уважение к культуре своей страны. 20 восьмиклассников юноармейцев на протяжении 2 месяцев усиленно занимаются спортом, работают с экспертами из разных областей, а также изучают правила этикета. Что примечательно, радует, ребята на глазах растут, они становятся более воспитанными, интеллигентными, умеющими разговаривать, улыбающимися, спортивными. И вот на сегодняшний день нам уже рассказали, что есть у нас даже золотые медалисты ГТО. Поэтому в таком ключе надо дальше продолжать двигаться, развиваться, у них все получится. Проект «Рост во славу Отечества» продлится до конца мая, а в итоге его участники должны разработать и представить индивидуальную программу. Аня Григорян, Сергей Шалафан, новости Муравленко.